Друзья, вот они, эти два красавчика микрофона, австрийские. АКГ-Д25. Раньше я не знал, что такие микрофоны представляют интерес. Но после того, как я отсматривал товары на eBay, увидел, что данные микрофоны представляют интерес. Предложил мне их человек купить. Я их купил 2 штуки. Они в нерабочем состоянии. Вернее, я думаю, они рабочие. Но покупались они как нерабочие. Видите, проверить их невозможно. Потому как даже отсутствует шнур. По 1000 гривен. И сейчас я вам покажу, почем я их продал на eBay. Вот она ближе маркировочка. Видите, да? Сейчас покажу вот здесь. D25. Они тоже есть разные. Поэтому на это все надо обращать внимание. Вот ихняя продажа. Оплаченный один микрофон и второй микрофон. Купили 2 совершенно разных человека. Проданы они были по $300. Похожи? Этот, кстати, тоже имеет шнур, но не имеет штекера. Это один микрофон. А вот он второй. Сделаны были подробные фотографии. И в описании вот такое описание по самому микрофону. Ну там указано, что он не рабочий. Один поедет в Канаду, второй в Чешскую Республику. Микрофоны довольно-таки интересные, да? Это студийные микрофоны. Друзья, только благодаря этому мне и пришла идея показывать вам проданные лоты на аукционе eBay, чтобы вы понимали, что искать на барахолке. Давайте сейчас с вами посмотрим 5 лотов на eBay, которые были проданы и на которые бы вы не обратили совершенно никакого внимания. Поехали смотреть. Аукцион eBay. После чего напишем в поиске винтаж. USSR. Нажмем поиск. Опустимся немного ниже. И выберем проданные листинги. Потом мы ограничим цену, для того, чтобы было немного интереснее смотреть. Ну, не будем мы смотреть там, что по $7, $9 продается. Нам же надо зарабатывать, правильно? Нам же надо за что-то купить, продать и еще и заработать. Поэтому ограничим от $300. А вы можете сделать самостоятельно, так как вам удобно. Так, сейчас будем смотреть самые интересные 5 лотов. И
И первые остановимся на вот этих часах. Открою их в новой вкладке. Проданы были за $349. Ну скажите, вы бы обратили внимание на такие часы на барахолке? Сейчас объясню, почему они столько стоят. Во-первых, это очень нечастая ракета. Во-вторых, это ракета амфибия. Сейчас посмотрим. Видите, водонепроницаем. Механизм 2609. В принципе, ничего сложного. Я думаю, многие бы из вас даже не подозревали, что такие часы можно продать за такие деньги. Если вы думаете по-другому, и вы бы обратили на них внимание, напишите об этом в комментарии. Переходим к поиску дальше и остановим свое внимание на матрешках. Матрешки довоенные. Проданы были. Там было принято лучшее предложение, но я думаю, они были проданы не менее чем за $400. Смотрите, какие матрешки. Тоже сложно обратить на такой предмет свое внимание, да? Если ты не знаешь, что такие предметы продаются довольно-таки дорого. Ну, за сколько такой комплект матрешек можно купить на барахолке? Ну, за 100 гривен. Ну, в крайнем случае, за 200 гривен. Я думаю, дороже бы они не продавались. Так что отсматривайте периодически eBay, смотрите мои видео, где я буду показывать по 5 предметов. Это не в напряг посмотреть короткий ролик, но вы будете знать, что искать и на чем можно заработать. Ищем дальше. Во, мой взгляд остановился на этом электрическом самоваре. А знаете почему? Я вам сейчас скажу. Мне как-то не хотелось тащиться с ним. И я не купил такой самовар на барахолке всего за 300 гривен. А он был продан, как вы видите, по лучшему предложению. Стоял 355. Ну, такие самовары электрические в форме курицы продаются не менее $300 на eBay. Вот такой самоварчик, друзья. Самовар электрический, просто необычная форма. И он таки довольно нечастый. Поэтому обращайте свое внимание на те вещи, которые вы никогда не встречали. Смотрим дальше, друзья. И мой взгляд остановился на вот этой табличке. Очень интересно. Видите, 6 килограмм, 15 республик. А в Советском Союзе сколько было республик и в какое время? Если знаете, напишите в комментариях. Это у нас 47-й год. Очень-таки неплохая сумма, да? Такие аналогичные таблички продают на барахолках. Это полностью литая, как пишет автор. Размер указан 44 сантиметра на 34. Интересный предмет, не правда ли? Такие продаются, смотря в каком месте. Если, допустим, там, где продают бабушки, дедушки, ну, такой предмет можно купить. Или там, где собирают бомжи с мусорок, да, и выносят на барахолку. Ну, у них такой предмет можно купить до там 200-300 гривен. А, конечно, там, где перепродают уже антикварщики, такие вещи стоят до $100. Но все равно, такой предмет приятно продать, да, за такие деньги. Не забывайте, друзья, отнимать 20%
Это все потери, которые вы несете при торговле на eBay. Идем смотреть дальше. Давайте посмотрим стаканчик, который был продан за сумму в $599. Жалко, фотография маленького размера и больше не открывается. Это у нас печать по металлу. Чтобы большой рейтинг у продавца, ну совершенно небольшой, всего 33 отзыва. Но человек явно знал, что ставит на продажу. Хромолитография. Это печать по металлу. Вот скажите, обратили бы свое внимание на такой стаканчик на барахолке? Я думаю, такой предмет на барахолке, ну, в лучшем случае, до 500 гривен. Опять же, смотря, где покупать на барахолке. У тех людей, которые уже перепродают, у тех людей, те, которые собирают все на мусорке и несут на барахолку, или у тех людей, те, которые выносят свое. Поэтому такой стаканчик можно ухватить даже за 50 гривен. Если вам понравился такой формат, друзья, вы пишите об этом в комментариях. Смотрите, отслеживайте товары на eBay перед тем, как идти на барахолку. Но не забывайте, что отслеживать нужно только в проданных товарах. Только в проданных. И можете даже не ограничивать цену, чтобы вам попадались разнообразные товары на глаза. А мне можете написать, какие предметы вам ближе по душе, какие предметы вы хотите видеть в обзорах, то, что было продано на eBay. Более дешевые, более дорогие, более те, которые чаще продаются. В общем, напишите мне, что вы хотите видеть в первую очередь. А я, в свою очередь, покажу вам эти предметы, чтобы вы в обеденное время на работе могли ненавязчиво посмотреть новую информацию. Ну а если ты еще не торгуешь на eBay, а только хочешь научиться там торговать и сделать это правильно, ты можешь вступить в группу «Клуб Антиквар ТМ», где мы учимся торговать на eBay. Да, группа не бесплатная, но ты сделаешь все правильно и не наделаешь кучу ошибок. Пока, до новых встреч, друзья. Жду обратную связь.